Среда у нас получилась очень трудовая. Наверное, за часов 6 мы увидели две поклевки и одного шнурочка вот такого я поймал, и все. Попробовали пройтись троллингом, поймали несколько щучек, и вчера уже там поздно, часов, наверное, 7:30, приехали обратно. В общем, вчера день просто был по нулям полным. Посмотрим, сегодня четверг уже, посмотрим, что будет сегодня. Ну вот, утро четверга, и полнеба пасмурное, половина неба чистенькая. Куда подует ветер, наверное, такая и будет погода. Вот наш душ немножко преобразился, здесь зеркальце поставили, бак вчера купались. Творческий беспорядок. Сейчас будем завтрак готовить. Отопитель мой. Для шатра, конечно, ну, в принципе, в нем ночевать, наверное, не нужно. Но, тем не менее, для шатра маленький обогреватель, вот этот следопыт, что у меня, он маловат. Не выносит. Ай, вон полезла. Полезла малая. Ну вот, на реке, в принципе, небольшой ветерок, но имеется. Оп. Засидка. Главное, чтобы не поломали, конечно. Все это делали, делаем. Раз в год сюда приезжаем, конечно, хотелось бы почаще, но... Завтрак должен быть плотным и калорийным.
об этом знают даже мышки. А это наглёж чистой воды. Уже макуху в шарик превратил. Но я же тебе положил отдельно. Сало с хлебом. Мировой закусь. На самой верхней точке. Может, листик. Вчера я кинул фидер, а его несет и несет. Да? Палка, кажется. Поэтому. Я уже подтек, думал это. Клюет. Рыба, думал. Вообще думал, рыба. Так, надо залить чайничек. Что там, нету ничего? А, ну там чуть-чуть. Да. Этот заливай, да. Он настаивался уже. Там много заварки. На постоянку, да. Четверг. Погода опять непонятно какая. То солнце вроде с утра выходило, то не выходило. В общем, лишь бы было рыбе хорошо, и она прекрасно себя чувствовала. Клевала. Можно не ловилась, но хотя бы клевала. Очень хочется клевала. Потому что две рыбки за день — это грустно. При общем количестве поклевок в 4-5 на двоих — это прям... Это прям вот он. Протупил я. И фрикцион не закрепил. Все, и засадил. Это сразу, блин, не вымотал. И все. А, нет, прошла, глянь. Оказывается, на нытье-то ловится, елки-палки. А что же я, да, забыл с фрикцион отпускал на ночи. Натрулен. Да, может быть, тоже. Да, вот она. Поклевка. Надо просыпаться, Паша, просыпаться. Что-то... Братик, зачет? Зачет? Зачет, братик, зачет. Неужели в корягу зашел? Зашел? Да. Сука. Стой, может выйти. Давай, я. Блин.
Хороший. Неужели сошел? Ну, коряжник не возвращает. Хотя он так пошел вниз прям. Явно что-то не мелкое было. Зачетное. Ну, блин, тут коряжка высоко. Поэтому либо ты, либо тебя. Вышел? Да, вот чуть-чуть прошел. Блин. Ух ты, вот он. Вышел. Пру, братик, пру. Пру наверх его, пру. Вышел. Умница моя, вышел. Молодец. Спасибо тебе, дружище. Вышел. Это зачет, братик. Это уже двушечка. Вот это за то, зачем мы приехали. Фу, поролоночка. Ну, спасибо тебе большое, спасибо. И хозяину, который все это дело добрыми руками нарезал. Это о, уже... хороший. А мы кукан не брали. Как, у бати есть? Да? Да. Доставай. Это то, за что мы любим все Верхний Дон. Вот это вот оно. Вот она, поролоночка. Их! Поролонис тертерис. The best of primancos. Когда дыбается коряжка, это очень курасон. Видел, где он? Где? Вот он. А, ну где-то там и есть, да, братик. А здесь вот я ж, помнишь, отрывался. Царство небесное, Санечек, Алекс. Как только подплываю на это место, вспоминаю всегда тебя. Покойся с миром, рыбачок. Здрасте. Здрасте. Блин, я в коряжке. Отцепился. Да. Здрасте. Здрасте. Цепляйтесь здесь. Закрыл. Ясно, спасибо. Нет, это значит монитор подняли. Есть. Там 100% есть. Да, цепанулся. Так он здесь интересно. Нет, я прохожу здесь коряжку. Это коряга? Здесь коряга. 100% видно в эхолоте. В эхолоте, да. Здесь как бы по ним ориентируемся, без вариантов по-другому, как бы. Народ, там коряжки все те, ну, они знакомые, как бы. И там мы проходили, там ничего не видно нигде. Нет. Сегодня нет. Сегодня нет вообще. А вчера поймали. Блин, две щучки, и то мы под Подгоринске аж ходили. Одна а вообще... Там, а вот там, Подгоринске, где Белая гора, напротив, не заходили? Нет. А там все говорят, где-то вот где посередине реки прям дуб огромный лежит, не доезжая Подгоринского. Говорят, там где-то окунь. Блин, как я там не искал этого окуня, как... Мы здесь поймали одного грамм на 500, наверное. Вот здесь реально, как бы, на приманку здоровую. А там ниже Подгоринского ходили в корягах вчера тоже. Потом в обратках этих 9-метровых тоже ловили. Вчера вообще вот
Кто-то местный говорит, лещей тут, говорит, ловил выше где-то. Ну, как бы, мы пока ходим, изучаем первый год, как бы. А? Сдалека вы? Мы с Ростова. Ну, вот там, наверное, ваша стоит, да? Нет. Нет. А, мы вот, наш лагерь здесь, да. Там, у нас ежегодно, мы уже 5 лет, у нас традиция, каждый год в октябре мы на неделю сюда приезжаем, пытаемся рыбалить, каждый год у нас не получается, ну как не получается, там 2-3 рыбки. В прошлом году на леща попали на один день. Да, одну ночь попали в прошлом году, и ну поймали 6 штук, ну как попали, 6 штук поймали, как бы, ну они хорошие, 1,5-2. Не попали. Ну, как бы да, вот народ говорит, типа, вот... Потом лися по дну понесло, и все. И все, и как бы забивает фидера. Давай. Первый раз вижу у инспекторов вот рыбоохраны. Крючья снимают. Подъехали, вот, вообще абсолютно адекватные люди. Вообще просто побеседовали, пообщались. Вот крючья сейчас снимут и все. Давай. По телефону говорить, так я начал выматывать. И меня схватила щука. О, ни хрена, братик. У меня, стой, у тебя монстр. На. Давай, у меня шнурок. Держи ее, держи. У меня шнуркобес вообще. По сравнению с твоей. Да зачем она нужна такая? Вот они там и стоят, видишь? Шнурочек. Шнурочек. Отпускай. Да собака. Она опять зажрала, видишь, куда воблер. Что отпусти? Ну душку откинь. Да подожди, мне я ж держу все. Откину. Ты есть курсанги? Есть. Блин, да не. Видишь, она пошла кровить. Сука. Вот так вот, братик. Поймал. Охренеть, за хвост. Вот это так вот, наверное, крючья и работают, видишь? Сбрасываю ее в воду. Видишь? Да, да, да. Не, она скользкая, капец, осторожно. А то дернется еще. Все, бульк. Вот такая. Нос. Бульк. Ох, полетела. Прикинь. Ну. Вот тебе, вот на это крючья они и ставят. На. Блин, чего же ты так глотаешь, дура? У нас, походу, рыбный день продолжится, да? Да. Да мы отплываем, блядь. Может, поживет. Не сильно повредили. Нормально. А, папа вон. Папа. А кресло одно там осталось. Ну, а зачем? Где? Почему? Вот оно. Мы же сидим вот. С ним на этом. Вот оно кресло. Глянь сколько. Согрелись? Да согрелись, ага. Глянь на полотенце, вон на всем. Вот гномы. Где же они тут сидели? Заправимся.
есть. Так, а что же мне открыть салатку? Ого! Ножичек вот, подцепи чуток. На, попробуй, Паш. Дай нож брать. Нет, мой. Таким нельзя. Как помпончики. С медом пойдут. Не только с медом. Да. И у меня вот как. Ну, на горячую. Не понял. Куда телефон этот? Угу. Сереж, твой? Угу. Так, а что я сел? А ложки нету, да? Ложка была же здесь. Одну я нашел. Вот я ее. А, вот я ее сломал. Ну, я не хочу брать. Время обед, наверное, да? Да, первый час. 12:47. Паш, а что ты помпончики не покушал? Я с рыбой. Щуку потрошил. Было что надо в желудке? Заскири? Не знаю, я не скрывал. Ну, что-то было. Икринная. Икринная? Да. Ничего себе. Откуда? Ну, ешь икру там. Там, кстати, одна щучка маленькая тоже сдохла. Где? На самом том дальнем пукане. Ну, надо ее яйца на будет или закатить. Папа на оладьике не заморачивался. Он сделал лепешечки. Это на всю сковородку надо было делать вот так сразу. Вот такие блины. Она маленькая. Надо было. А, там же маленькая еще есть. А ты ее что, на костер ставил? Молодец. А что? Да там металл, видишь, я его забыл там. Нормально, что, выдержала все, так что можете ставить. Да идите, я. Он не блинчики ел. А произведение искусства. Прямо оладья. Я же говорю. Щучка донская. Чем вам не нравится? Выловленная. Свежевыловленная. Не смогли реанимировать ее, поэтому... Поэтому съели. Икорка. Ребят, жареная икорка. Вкусная. Ага. И луха с чесночком. Набористая. С этими сивовыми листиками. Как положено. Лучок кушайте. Угу. Я сюда много набахал. Мы же долго не пользовались луком. Угу. Хорошо, хоть картохой пользовались. Угу. Картофель тоже осталось чуток. Да? В следующий раз мешок надо брать. Да?
Смотря каком количестве он поверил. Ну да. Лось звонил. Ну да, не мешок картошки брать, а мешок спальни. Это гораздо лучше. Лучше быть голодным, но в тепле. Что такое? Братик, точно, да? Правду сказал? Голодным тоже не уснешь, да, сын? Водички попил. Медом поел. Меда поел. Ложку меда и воды. И все, и на целый день. Сало. 8 килограмм. Все. Ага. Сало, надо его с солнца убрать. Угу. Пенек. Надо его с солнца убрать, а там еще не закончился рулон, да? Это кто-то жадно себе новый открыл. Я сама. Убирал стрель. Не, я сына занимался этим, как. Глянь, они только вот эти мутационные, они только вот сидели, еле крылышками передвигали. Ну, сейчас уже солнышко вышло, все, они поперли. Я что-то пакетик не нашел, от самое, содрал отсюда я эту, как ее, крупу доставал. Вскрыл же ее. Ну, посыпалась? Посыпалась? Нет, она не посыпалась, но я видел, что не рассыпалась пакетик в пакетик. Хороша ушица. Че, у нас сегодня рыбный день, и, наверное, завтра будет рыбный день, да? Да. Щучка одна, это самая тоже. Там еще окуни есть. Можно на окуней прикоптить. Окушка и щучка можно закоптить завтра, да. Я сначала думал гимс. Думаю, ё-моё, ну ладно, хрен с ним. Там же конец Александрова должен быть в лодке, должен быть два жилета по количеству пассажиров. Но опять же, они должны быть, но одевать их не обязательно, когда ты стоишь. Одевать их нужно только при переходах. Но тем не менее, они там должны быть. Я же, Серёж, сказал, жилет. Вот сейчас поплывёте, берите жилеты. Вот, а это этот, а они снимают перемёты. Говорит, видели крючья? Я говорю, блин, мы в один засадились, говорю. И один вот там, говорю, под тополями. Ну, я им объяснял, не знаю. Они говорят, мы вот один типа сняли, еще где-то. Я говорю, вот здесь стоит, говорю, один. Но мы в него, говорю, не цеплялись. Они подплыли, говорю, давайте, тут недалеко, мы снялись. Я говорю, мы вам покажем, где. Вот. Они за нами подплыли, у них тоже кошка такая сделанная. Труба, усы. Ну, и утяжеленная такая труба. Вот, они подплыли, нашли кошка. Вот. А там веревка на якоре с грузами. Но груза такие, уже, видать, свинец дорогой. Они из чего-то делают его с другу, какие-то прямоугольные формы. Как замки, знаешь, все эти. Вот, да. Одинаковые, правда, все. Вот. Но без крючев. То есть, видимо, крючи они навязывают потом. Просто его запустили. Просто запустили, веревка лежит без крючев, без ничего. Вот, они ее достали. И на, смотрю, они там посмотрели. Я говорю, вам теперь, говорю, на тополя надо плыть. Там точно, говорю, в один мы влетели, говорю, якорем. И он там лежит. Ну и вот они подплыли, что как, где как. Я думаю, раз чудо. В прошлом году, говорю, на леща попадали. Говорю, ну как попали, 6 штучек поймали. Он так смотрит, этого не попали. Я говорю, ну в этом году вообще, говорю, одного. И все.
Ну просто они поговорили по ДП, это где что как. Ну они, видимо, переметы снимают. Потому что. Я стрелятку поймал. Бабай. Стреляй. Ну, блин, ага. За хвост. Да, такую же, как вот. Я заснял. Вот такую. Прошлый. Да, да, такая пипеточная, выкинули ее. Он говорит, думает, листик. Я говорю, что-то не это, не, не идет. Я туда его сюда, не идет. Так он говорит, вон, смотри, мой по поверхности идет. Воблер. С листиком, говорит. Ну я же думаю, а мы уже доходили. Она попалась в конце опять в том. Вот. И. Вот еще приту. Ага, выматывает. Я же говорю, давай я выматываю приманку. Я выматываю его, он говорит. О, там что-то, говорит, трепыхается. Говорю, что, окунь, что ли, маленькая что-то. Ну, сам ставим. Стреляка. Да, вот эти, так ее. Поэтому и ставят эти переметы. Ну, а кому они стерлить отдают? Не знаю, сына. Сами ее едят. В ней ничего нет. Вот щука, прекрасная рыба. Лещ, пожалуйста. Ну, ловите. Мне кажется, просто в эти переметы не только стерлить идет, может быть, что-то другое ценное. Опять же, блин, ты на пенсии, ну выплыви, блин, 4 донки закинь, и на дербань леща, и езжай домой. Мне кажется, это гораздо легче сделать, нежели... Тем более, ты живешь прям... возле воды. Может, они, конечно, заняты, но у них там гора скотины и еще что-то. Ну, блин, у тебя есть время навязать эти ключи. Поставить их, приезжать, проверять их, а они могут быть еще и пустые. Есть шанс на того, что ты проверять эти крючи начнешь, попадешься. Ладно, не попадешься, поедешь домой со стерлядью, вообще посадят. То есть, ну просто никаких плюсов не вижу, вообще никаких. И они все равно их ставят. Хрен его знает. Да глянь, на хлеб садятся. Просто вот. И мы сколько вот здесь были, да, лет. Я здесь первый раз вижу рыбоохрану. Ну да, ну это уже. Первый раз. Я до этого просто сюда приезжал, там, на выходные, там, на проходные там. Ну нет, ты же, ребята попадали же. Ребята попадали на ГИМС. Или на кого? На кого-то, короче, водоохранную зону. Кто за водоохранную зону отвечает? Да мне тоже. Рыбоохрана. А? Да, рыбоохрана тоже мне. Мне кажется, это какая-то транспортная там полиция или как они там называются. Мыши, да, Паша? Корешку до сих пор не нащупал. Нащупал? Угу. Походу ты будешь кидать, если прямо будешь прям в туды кидать. Ее в качель? Угу. А, вот она. Думаю, что-то идет так. Она под лодкой собака. Приветиков. Это же трохвей. Глянь, и правильный кто-то ловит, и на правильной приманке.
И на коряшке, значит, все-таки здесь ловят. Ух ты, даже с этим офсетник. Хороший офсет, причем. С как его? С удержателем. И приманка какая-то. Ну, в общем, и разбурашка, братик. И карабин, и вертлюжок. Вообще, о, глянь. И она недавнешняя. Спасибо. Трофеем спасибо. Щукардос. Щукардос. Погоди. Щукардос. Погоди, погоди. Она хорошо взяла. Подожди, там телефон мой. А чё ж ты? Да там это. Там эти гномы названивают. Ну, оказывается, рыба есть здесь. О, щука даже. Щука, брат. Тихо, 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 тихо. Она сейчас в полосачке будет елозить. Стой, надо просто тот тройник отсоединить. Все. Все, готово. Тихо. Давай. Красавыла, братик. Это да? Щука зачетная. Да, зачет. Зачет. Зачупато. Прям чувствую. Вот это чувствовалось, та не чувствовалось у тебя. Вот сегодня. Ну что, вешай на кукан что-то. А он у тебя. У тебя. Вот он. Даже, по-моему, рассыплен. Надо, да? Да, наверное, да. Зачеточки. Ей. Кого тянуть нахрен? Братик. Братик. Братик, это сом. Братик, это таймень, таймень, реальный таймень. Братик, это лось. Сорвалось? Не сорвалось, нет, нет, нет. Не сорвалось. Смотрю, чтобы не сорвалось. Я ж только закинул, братик. Это непонятно что, это целлофановый пакет. Мешок? Мешок, может быть, из-под сахара, но он очень тяжелый, братик. Давай, покажи. Давай, покажу, что это. Может, лещ. Ну, это очень крупный лещ, братик, если это лещ. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Я не пойму, чтобы подлодка не пошла. Это сомик. Это сомик. За пузо как-то поймался. Братик, зачем ты мне на удочку одеваешь этот? Через вот туда, я тебя подведу. Давай. Да, я займусь тут прямой. Ох ты, глянь, все в слизи, во. Я тебе говорю, что это, блин, не это. Бля. Сомики, Паша, сомики тут. А, ну, то наверное. Зачем мы сюда приехали? Сомики тут, братик. На треке сомики. То, что надо нам. Да, это сомики. Слизь, слизь. Это не лещевая слизь, оказывается. Глянь, она прям, да. Да, такая же, которая и была в предыдущий раз. Да, ты кубокончик увидел? Я тоже. Причем такой бумс, подбой. И опять на треке. Ну, не совсем круто. Подводи, щука. Да, не крупная щука. Ну вот такая. Да бы я сам возьму, братик. Кормовая. Кормовая. Пищевая. Пойдет. Ты что, дура, стой. Морду? Нет. Подсак. Подсак. Садок. Садок. А их 5 или 4? Да я не знаю, братик. Батя ж не рассчитывал на нас. Ну, еще один остался, Паша. Ну, отлично.
Да, левой рукой, попробуй ты. Да, раз ты наступил, думал, ты уже готова. Чуть-чуть от стороны. Не, не другую, вот так. Так, чтобы меня схватило. Тихо, ты за подбородок ей засадила. Я жарю, она вот здесь в яме стоит. Не крупная опять что-то, но она тут. Не крупная. Только я приманку, видишь, опустил. Да, 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 она вот и вот в яме. Еще и перехлестнулась. Может даже не зачетная. Щука. Да не, вроде зачетная. Вот, зачеты человек. Килограммовая. Она тут все. Да есть подозрение, что можно. Есть, говорю, подозрение, что можно сразу, да. Или, да, килограммовая, братья, конечно. Да, все, завершение шестого дня, здесь уже 6 дней. Честно скажу, донки 2 дня уже не перезабрасывал, ничего на них и не поймал, но и уже сильно сил нет перезабрасывать их. Завтра попробуем с утра пойти вверх по течению проверить. Сегодня за целый день на джиг поймали одного судака, провозились, наверное, часов до 3, джиговали, потом прошли троллингом, еще там, по-моему, 3 или 4 рыбки поймали, по-моему, 4 рыбки поймали. На этом все, рыбалка очень трудовая, вода прибывает постоянно, но по рыбе, даже вот сейчас леща пробовать не будем, 8 вечера, будем ложиться отдыхать. Завтра будет следующий день. Посмотрим. Спасибо всем. Пока.